Зайцева Анна, 6 класс, школа номер 10, города Елабуги, Республики Татарстан. На конкурс «Дети читают стихи» Евгений Евтушенко. Я расскажу вам быль про мед, пусть кое-кого она проймет, пусть кто-то вроде не проймет, что разговор о нем идет. Итак, я расскажу про мед. В том страшном 41-м в Чистополе, где голодало все и мерзло, на снег базарный бочку выставили, 20-ведерную меда. Был продавец из этой сволочи, что наживается на горе. И горе выстроилось в очередь, простое, горькое ногое. Он не деньгами брал, а кофтами, часами или же отрезами. Художник старый на ботинках одной рукой шнурки разматывал, другой протягивал бутылку. Глядел, как мед тягуче цедится, глядел согбенно и безропотно. И с медом, с этой вечной ценностью, по снегу шел в носках заштопанный. Вокруг со взглядами стеклянными солдат и офицеров жены стояли с банками, стаканами, стояли немо напряженно. И девочка, прозрачная ручка, в каком-то странном полусне тянула крохотную рюмочку с колечком маминым на дне. Но сани заскрипели мощно, на спинке расписные розы, и важный лоб сановно морща, сошел с них некто грузный, рослый, большой, торжественный, как рамен, без тени жалости малейшей. Всю бочку заплачу коврами, давай сюда ее, милейший. Договоримся там, на месте. Колечко, выпавшее из рюмочки, упало вслед саней мчавшихся. Далек тот 41-й год, год отступлений и невзгод. Но жив он, медолюбец тот, и сладко до сих пор живет, когда к трибуне он несет самоуверенный живот. Я вспоминаю этот год, я вспоминаю этот мед, тот мед тогда, как будто сам, по этим тек усам, с них никогда он не сотрет, приливший к ним навеки мед.